Всем привет, друзья! Решил сегодня зачистить легкую миссию. На сервере помимо меня еще играет около 4 человек. Двое из них точно чистят другую миссию. Я решил попробовать в одиночку. Заспамился, немного полутался по карте. Купил себе на трейде снайперскую винтовку CZ-550. Купил немного патронов. И для того, чтобы начать с чего-то свой путь, решил пойти на легкую миссию. Это геройская миссия. В любой момент здесь, конечно же, могут закемпить, подстрелить, поэтому нужно быть предельно осторожным. Несмотря на то, что миссия очень простая, игроки на сервере имеются. Это PvP-сервер. Название сервера созвучно с названием канала. Он называется Расплей. По названию его можно найти в мультиплеере. Первый выстрел я делаю пристрелочными, потом осматриваюсь, меняю позицию и продолжаю чистить миссию. Решил, что пора бы сменить позицию. Заметил, нескольких ботов спрятались возле леса.